В Тверской промзоне Боровлёва-2 подписано соглашение о партнерстве по созданию образовательно-производственных центров. В церемонии приняли участие руководители региональных министерств промышленности и торговли, строительства, образования, представители совета директоров учреждений профобразования Верхневолжья, а также сами директора колледжей, участников федерального проекта «Профессионалитет». Подписанный договор предусматривает сотрудничество отраслевиков и учреждений профобразования. Образовательно-производственные центры будут развивать по отраслям машиностроения, строительства, а также педагогика. Например, на базе Тверского политехнического колледжа для занятий обустроят 6 новых лабораторий, оснащенных современным оборудованием. Студенты смогут получать навыки по токарным и фрезерным работам на станках с ПУ, дефектоскопии, контролю качества обработки листового металла, промышленной автоматики. Аналогичные работы пройдут и в других среднеспециальных образовательных учреждениях. Такое партнерство позволит ежегодно готовить более 1000 квалифицированных специалистов, готовых сразу приступить к работе на предприятиях.